Меня зовут Женя, и вы на канале Бурундуки. Мы наконец-то нашли. Мы заказали, и к нам приехал новый набор. Арена Shadow Snake Pit от Hasbro. Абсолютно классная, новая, с шипами, с змеиными. Туда входят 2B, Doomsizer D3 и я уже забыл. Ну, конечно же, Legends Prizing, тоже третьего сезона. Сейчас мы будем распаковывать. Арена будет моей, я буду на ней играть. Да, Никита? Посмотрим. Давай, открывай. Я уже разрезал скотч, чтобы нам было легче. О. Ничего себе. Ну, я арена. А там она сложена, да? Сейчас давай эту коробку уберем пока. Так. Никит, что здесь? Держи пока эту штуку. Что, посмотрим арену? О, смотри. Это две змеи, которые идут по ободку вокруг. А тут какие шипы? Смотрите. 100% эти шипы будут как-то влиять на Бэй. Когда они будут на них попадать. Это как... Да, я помню, это в первом сезоне мультика. Смотрите, тут места для заглушек. Я думаю, эти заглушки мы найдем с Никитой здесь. Так, давай арену пока уберем. И откроем этот маленький финальчик. Разрезай здесь скотч. Я сразу уберу запускалки. Запускалки здесь мои самые любимые, лево-правосторонние, уже третьего сезона. С удобными, классными круговыми ручками. Так, Бэй. Это заглушки. Давай мы их сейчас откроем. Давай Бэй уберем пока в сторону и займемся этими заглушками. Ставим фиксаторы, которые держат вот эту пластиковую верхнюю часть. Раз. Военная. Не, ну арена, конечно, злющая, супер. Это. Я недавно мечтал. Shadow Snake Pit, да. Это получается теневая яма змей. Так. Да, озеро с сапами там, которое тоже называют особая арена. Так, я уже немножко разобрался, сейчас я закончу сборку. Какой у нее здесь, а? Это чтобы в уровень были все части, ноги. Потом мы закрепим. Никит, смотри. Как я делаю? Фиксаторы. Вот, чтобы верхняя часть у нас была крепко зафиксирована к нижней. Хорошо, Hasbro сделали. Мне очень нравится. И допустим, что-то у нас упало. Упало. А, ну давай, достань. Значит, что-то я не так прикрепил. О, заглушка. Последняя заглушка. И все. Арена собрана. Сейчас я ее правильно поставлю. На каждой заглушке есть стрелочка, как ее ставить. О, арена собрана. Никита, открывай Doomsizer. Он достаточно широкий, и его ключевой особенностью есть.
пружинит. Что-то подобное мы с тобой видели у Infinity Nada. Помнишь, они тоже были на пружинах? Так. Покажи мне это. Энергетический диск. Энергетический диск с пластиковой рамкой. Мне напоминает Genius. Genius? У него тоже такая штучка белая. Ну, у Genius тоже, да, такой есть. Да. Ты имеешь в виду пластиковый? Видите? Молодец, Никита. Попробуем ее снять. О, рамки начали сниматься. Вы помните самые ранние наши обзоры, где мы, например, показывали рамки у Кведзика, которые были прикручены болтами? Все, рамки теперь можно снимать, это очень хорошо. Это дает возможность выбирать разные режимы игры. Так, и что у нас здесь? Это верхний слой с движущимся пером. Вот так движется перо, смотри. Да. Так, Doomsizer. Doomsizer это у нас... Stamina Type. Это означает выносливого типа. Legends Prison будет защитного типа. Хотя по мультику он универсальный. Да? Насколько да. Я... Вообще Doomsizer атакует. Doomsizer был атакующий, да, согласен. Так, теперь я открою... Ну я сначала буду Doomsizer открывать, а потом Prison. Я открою Legends Prison. Вижу у них даже отсюда рамки одинакового цвета. И драйвера одинакового цвета. Это просто специальный выпуск для этого набора. Обычно спрайзен красный, да, если не ошибаюсь? Да. Так, драйвер. Интересно, на что похож этот драйвер? Что-то подобное мы видели, правильно, Никита. У Джиниуса мы видели, да? Один в один. Только черного цвета. Окей, движем дальше. Я приблизительно понимаю. Я думаю, мы это должны с тобой проверить. Посмотри, какой интересный у него средний слой. Да. Да. А тут маркировки нет. Маркировка рамки C, а именно самого металлического слоя, маркировка 4. А здесь? А здесь маркировка 8. У нас была уже, я найду, у нас был уже с восьмеркой средний слой. И G пластиковой рамки маркировка. Так, давай соберу, чтобы не перепутать. Так. Зеленый. Так, и смотри, какой красивый. Никит. И что тут у нас есть? Наконец-то появилась возможность переключать его в правый режим запуска и в левый, соответственно, вот R и L. А сейчас оно на какой? Стоит на правом. Ну, я буду запускать правый. Сейчас мы попытаемся разобраться, как его переключить. Вот таким образом переключается режим справа влево. На ручке запускалки такая штука, которая вставляется в середину B. Все. И он уже запускается влево. Ну что, попробуем сразиться. Сейчас я его соберу. Я буду первый бой с Прайзеном. А я буду Doomsizer. Окей. Так, держи запускалку. Я буду с Прайзеном. Ты Doomsizer, мы играем до 3 очков. Я запускаю влево. 3, 2, 1, вперед! Я первый остановился. Ладно, 1-0, ты выигрываешь. Все. Что, все? Да. Так, наша болельщица покинула нашу аудиторию. Ладно. 3, 2, 1, вперед! Да, Никит.
Я буду делать все, чтобы выиграть. 3-0. Меняемся боями? Тебе поставить его вправо? Сейчас. Сейчас я поставлю Никите спрайзен в режим вправо. И сам буду играть... Кто здесь? Виолетта, ты каким боем будешь играть? Так, Никит, держи. Это твой спрайзер. Так, я тут сайзер. А что такие зубы? Это страшная арена, зубастая. Я думсайзер, ты спрайзен. 3, 2, 1, вперед! Какой-то у меня слабый запуск получился. Это я говорю наперед, если я вдруг проиграю. А нет, я выиграл. 1-0. Doom Slicer явно посильнее. Два сина запустим, Никита. 2. И опять 3-0. Doom Slicer победил. Doom Slicer побеждает в двух боях подряд. Один раз у тебя, один раз у меня, правильно? Классный бей. Мы будем им играть. Дальше. Так, Никит, какие у тебя есть предложения? Будешь играть Doomsizer'ом? А я попробую сыграть вместо спрайзена. Я такие увидел, как они стукаются в АФП, это я не понимаю. Давай, тогда я возьму Экскалиуса, он же сейчас будет сильно атаковать и наверняка будет кидать тебя на шипы. Давай. 3, 2, 1, вперед! Ничья. Ничья. 3, 2, 1, вперед! Сегодня день Doomsizer'а. 2-0. 3, 2, 1, вперед! Давай, давай! Давай! Экскалиус! Экскалиус, не разочаровывай меня, это всего лишь Doomsizer. Дай-ка курагами, дай. Я сравнял. Собирай Doomsizer'а обратно. Смотри, какие змеи. Кстати, это очень полезно, что ребята из Казахстана сделали верхнюю часть. Ну, мы знаем, на зеленой арене, на белой самой грани такое было. Потому что действительно бои очень часто вылетают, и иногда это травмоопасно. Я в двух или в трех выпусках повреждал себе пальцы. Давайте. Счет 2-2. Решающий бой. 3, 2, 1. Вперед! Есть! Наконец-то! Наконец-то Doomsizer побежден. Никита, предлагаю тебе, знаешь, как сыграть? Ты помнишь, что у Спрайзена такой же драйвер, как и у Джиниуса? Давай, ты будешь Джиниусом, а я буду Спрайзеном и проверим, кто сильнее. Согласен? Даю тебе Джиниуса. Снимай свой Doomsizer. Это все бои третьего сезона, поэтому силы у них приблизительно равны, что очень хорошо. Так. О,
решили атаковать друг друга. Я проиграл. Джиниус оказался сильнее. Так, я сейчас попытаюсь очень сильно запустить. 3, 2, 1. Вперед! Неудачный запуск. Никита, 1-1. Меня сравнял. Ту-ту-ту-ту. 1-1. 3, 2, 1. Вперед! Видно, что они ведут себя примерно один. Мою историю! Папа, мы спорился, держи. Потом твой, ты забил меня в команду. 2-1, 2-1, класс. Смотри, все равно мне кажется, что Спрайт атакует чаще. 3-1. Прайзен сильнее. Ну что, Никит, какой финальный бой будем играть? Финальный бой будем играть. Ты кем будешь? С Прайзеном или Думсайзером? Я буду играть с Экскалиусом. Ладно, держи Экскалиус. Так, а я возьму... Я оставлю тебе с Прайзеном. Только поставлю его в левосторонний режим. 3, 2, 1, 5. О, победа Экскалиуса! Я специально на ходе пускать инфоблога. Молодец, Никита, молодец. Это действительно было очень зрелищно. Прайзен очень хорошо себя ведет, когда защитного бы. Так, Никита, ну, к сожалению, Экскалиус пал. Давай, еще один последний, и все. 3, 2, 1. Ты выиграл! Ну что, ребят, это классный бой, мы будем в нем играть. Особенно мне понравился Думсайзер, ну и Арена. Она очень классная. Забыли, ты прикольная наклейка с QR-кодом. Кто хочет себе добавить ее в игру, тоже можете сканировать. Мы теперь будем играть бои именно на этой арене, вместо нашей синей, которая была перед этим. И что? Всем пока! Подписывайтесь на наш канал! Все, пока, ребят, пока, до следующей встречи.